Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа? Килограмм железа. Понял. Если бы ты хотела иметь суперспособность, то какую бы ты хотела иметь суперспособность? Телепортация. Телепортация? Что бы ты делала с телепортацией? Сейчас правда снимаем? Ну да. Что? Ну? Я просто сейчас так туплю, сижу. Да ладно, нормально. Что за суперспособность? Телепортация. Что бы ты делала с телепортацией? Я бы попала в банк. Рванула его. И телепортировалась бы так всю жизнь. Все понял. В бегах. Твой девиз в жизни? Не знаю, сейчас как бы такой банальный, идти вперед и не сдаваться. Почему? Классно. Что больше всего ты ненавидишь? Блин, нет такого. Прям все любишь? И геев? Не прям люблю, просто равнодушно отношусь. Равнодушно. Ненависти нет? Любимый цветок? Роза. Отлично. Опять банально. Как вас ласково называют дома? Кто именно? Дома у родителей. Доня. Доня? Доня. Доня. А дома у тебя? Зая. Зая. Доня, Зая, да. Как часто вы врете? Во благо. Не часто. Нет, по-другому. Убейте, конечно. Понятно. Вот какое качество для тебя главное в мужчине? Качество? Внешность. Для меня это главное. Чувство юмора. Все. То есть это я, да? Деньги. Деньги? Отпадаешь. Отпадаешь. Все понял. Какое самое оскорбительное матерное слово для тебя? Не знаю. Не было в таких ситуациях. Не думал об этом, да? Нет. Мне сейчас прямо его можно сказать? Да. Блин, я не могу понять, вы снимаете или нет? Да, мы снимаем. Что, в чем дело? Блин. Не знаю, нет такого слова, наверное. Я не знаю. Нет, нет такого слова, да. Дальше крути барабан. Для чего вы создали страничку в Инстаграме? Это было модно. Он так и появился. Сколько было лет, когда ты в первый раз поцеловалась, где это было? Да, 18. И? Где это было? Это дом 2. Я не помню. Ты была пьяная? Нет! Я тогда не пила. Трезвая? Я была, да, абсолютно трезвая. И слова. Что? Где ты целовалась? Я не помню. Ладно, понял. Правда, вообще вот как било. Что бы ты хотела себе изменить? В внешности или какие-то качества? Не знаю, давай начнем с внешности. С внешности? Да, щеки убрать. Мне не нравятся мои щеки. Духовно, психологически? Духовно? Не знаю. Как бы меня все устраивает. Да? Угу. Что должно произойти, чтобы вы удалили Инстаграм-страничку? Не знаю. Я его не удалю. Никогда ни за что, да? Нет! Осталось столько подписчиков, жалко. Что бы вы выбрали? $10 или $100? 100. Что бы вы выбрали? $100 или один друг? Один друг. Что бы вы выбрали? 10 сантиметров или 20 сантиметров? 2.
20? Вы, блядь, сейчас снимаете? Вы мне объясните? Ну да. Снимаю. Эти вопросы были всем другим участницам, так что все. Блин, а я не... А чему ты считаешь, что ты должна выиграть? Ну, во-первых, я хочу полететь в Париж. Ну да, это тоже банально, как-то глупо. Говори как есть. Просто говори как есть. Расслабься. Я даже не думала об этом. Мне просто было интересно поучаствовать в конкурсе и все. Почему должна полететь? Я не могу сказать, что я прям лучше других. Но как бы я поактивнее других. Ну и еще я видео классное сняла. Ага, да. Это точно. Вот если бы вы собирали команду, кого бы вы выбрали из участниц? Одну? Двоих, троих, может. Лену. Даяна Босс. Угу. И девочка с акулами. Амина. Девушка с акулами. Да? Так, понятно. Кем нужно быть, чтобы ты подписалась под него? Ну, даже не знаю. Ну, чтобы он интересные, как бы, посты писал, красивые фотографии. Ну, все. Я не знаю, это как душа ляжет. Хорошо. Вопрос на засыпку. Пару фраз на французском. Серьезно? Ну да. Ты же собралась в Париж. Ну как бы я бы подготовилась, если бы я знала уже конкретно, что я полечу в Париж. Не так знала. В этом же как, вот сейчас вот я знала, вот как отшибло. За ком подлости. Ну ты подумай. Бонжур. Нет. На французском, ну да, бонжур. И? Все? Еще? Ну все. Да, все, больше не помню. И ладно, еще раз вопрос тебе повторю. Угу. Что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа? Килограмм железа. Все, спасибо. Все.